И снова бал. Ивановский энергоуниверситет продолжает традицию. Уже в седьмой раз в музыкальном театре состоялся студенческий танцевальный вечер. Бал эпох – тема мероприятия в этом году. В этом году мы обратились вновь к идее посмотреть, как танцевали наши предки в различные эпохи. Это бал эпох, и мы начинаем со средневековья. У нас уже был такой бал, но в этом году будут новые немножко танцы, новые идеи. Это постоянно развивающаяся такая концепция. Средневековье, возрождение, просвещение, модерн. Четыре раза во время бала сменялись эпохи и костюмы. По признанию участников, именно танцы времен средневековья оказались самыми сложными и далекими от современности. Мы давно занимаемся танцами, поэтому эта тема нам очень близка. Готовились мы в течение порядка 2 месяцев. Это были упорные тренировки, в основном по вечерам, чтобы не мешать учебному процессу в энерго. И мы здесь. Больше всего понравилась эпоха просвещения, где уже более такие близкие танцы, вальс, они такие более мелодичные, пластичное. Ну, вот это как-то нам ближе. Танец рыцарей, по мнению участников, был самым сложным, но и самым красивым. Молодежный бал по праву называют самым ярким студенческим мероприятием. И в этот раз он собрал сотни зрителей – студентов и преподавателей, друзей и родственников танцующих пар. Что касается непосредственных участников, то далеко не все выдержали интенсивный график репетиций. Показать свои успехи смогли только самые целеустремленные. Ну, мы все сдружились с ребятами, то есть у нас вот было изначально 100, потом все потихонечку стали уходить, кому это надоедало, но это на самом деле тяжело, то есть и времени на это уходит много. Вот. Изначально у нас было пар 70, а сейчас осталось 42, если не ошибаюсь. Принять участие в танцах смогли и зрители. Для них организовали мастер-класс. Для исполнения выбрали мазурку, очень популярный в 19 веке танец. Правый ручник, держи, почетный позиции. Раз, два, три, друг от друга, раз, два, три, пять. Раз, держимся за руки, два, три, раз, два, руки не опускаем. Еще раз, раз, два, три, раз, два, три, меняемся, раз, два. Молодежный бал из внутривузовского праздника давно перерос в общегородское мероприятие. Присоединиться к нему могут ребята из любого вуза. Впервые в этом году в танцевальном вечере приняли участие иностранные студенты из Франции и Кубы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.